Что будет, если в начале игры про Чарльза-паука-паровозика, когда нам дают поезд, отправить этот самый поезд в путь, но самому не поехать? Итак, по сюжету мы выехали из ангара, и нашего компаньона сначала сбрасывает, а потом жестоко разрывает паровозик Чарльз. Паровозик убегает, а я после скриптованной остановки поезда подхожу к челу, активирую диалог и, не дожидаясь окончания, отправляю поезд в путь. Он проезжает буквально пару метров и останавливается. Я решил, что поезд не поедет, пока наш друг не закончит болтать. И вот, он дает нам напутствие найти его яйца и сына. Отлично. Я бегу к поезду, жму на рычаг, он трогается, спрыгиваю и снова через пару метров он останавливается. До меня дошло, что по всей видимости поезд привязан к герою, на случай вылета из него по случайности. Чтобы игрок потом не ждал, пока он будет херачить через всю карту. А жаль, хотелось бы какой-нибудь ачивки за умышленный вылет с вагона, что-то вроде...